Всех привет и пряного просмотра. Продолжаем мы проходить FIFA 20 за Куб Форта Сити. У нас впереди игра против Волков, которая в данный момент занимает первое место, господа. Они занимают первое место премьер-лиги. Вот такие дела, никуда не денешься. Будем с ними сейчас сражаться, можно так сказать. И следующая игра опять у нас Ливерпуль, который мы в прошлой серии не пропустили, ну... При этом проиграю за счет 1-0. Шансы у нас тоже были. У нас при этом пресс-конференция. Давайте пообщаемся с прессой. Последнее время находится в хорошем состоянии. Будет он часто попадать в состав. Хорошее состояние у него. Этот человек. Сегодня мы попробуем кое-что новое. Каждый матч уникален, и мы должны быть предсказуемы для соперника. Ваша команда в последнее время выступает нестабильно и уже не выглядит претендентом на титул. Сможете вы... Это всегда непросто, скажем так. Это всегда непросто, и есть будет упорная работа, с большим вероятностью сможем добиться успеха. По сравнению с клубом, считается более слабой командой. Сочинение, что победа клуба Форт Сити... Нам нужно играть свою игру и не давать разрешать развернуть сопернику, так как мы провели... Чего там провели, фигу, помню, что не важно. Спасибо, всем до свидания, всем пока. Да, заканчивается у нас, господа, заканчивается. Давайте перейдем в составу, посмотрим, что у нас вообще есть. Вообще-то у нас все нормально здесь, прилично все. Давай центральный полузащитник тоже поменяем. Все, замену мы сделали. Ну, точнее, замен поменяли. Все, погнали. День игры, день матча. Мы играем в гостях. Самый сильный по данный момент команды в премьер-лиге, можно так сказать. То, что она занимает первое место. Даже Манчестер Юнайтед догнать уже давно не может сразу же. И эта команда, даже если мы есть шанс будет тут выиграть, то потому что то мы Манчестер Сити, ой, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед отжали 3 очка у него. Еще я чутка себя повредил, не повредил, можно сказать, порезал руку. Ну, по случайности, точнее, ну, блин. Конечно, как ты сказал, как-то странно, но все равно. Но то, что так получилось, от стекла пакета, точнее, от стекла, можно сказать. И не знаю, есть шанс у меня поиграть нормально этот данный момент вообще. Вот сейчас попробую это в моменте. Если будет трудно, значит, пока сегодня у меня мы будем смотреть очень заморозится FIFA на запись. Скоро все начнется. То, что этот заморозится пока на запись. Стрелялка еще пока могу пострелять вот это, а вот джойстиком поправить. Привет, добро пожаловать на стадион Малиньо, где мы посмотрим. Сегодня смотрим футбол. С радостью начинаем свой репортаж. У микрофонов Георгий Черданцев и Константин Генич. Англия в прямой трансляции сегодня. Это премьер-лига. Очень интересная встреча нас ждет. Какие у тебя ощущения насчет сегодняшнего матча, Георгий? Вот, честно говоря, у меня ощущения очень хорошие. Команды неплохо готовые, здорово смотрятся в атаке. И я предвкушаю хорошую результативную игру. В таком составе сегодня Вулверхэмптон будет начинать игру. Ого, сразу 5 защитников. Да, серьезный акцент на оборону. Стартовая расстановка гостевой команды.
Ого, всего один форвард, но какая атакующая группа. И он, конечно, не останется без поддержки своих партнеров. Ну что, господа, соберитесь давайте. Надо побеждать. Надо брать очки. Полсезона. Скоро трансферы начнутся уже. Волки очень сильны, но мы тоже можем играть хорошо. Погнали. Игра началась, смотрим. Вперед он мяч тащит. Интересно, куда дальше мяч пойдет. Можно подавать сейчас. Не удалось мяч вынести, надо обороняться, продолжать. Блин, я думаю, это мой, это судья оказался. Слишком сильно отсвечивал форму, то, что я не заметил, у него майка черная. Ай, блин, а. И как он дальше мячом распорядится? Сбрасывает мяч. И что дальше тут будет? Играет в пас. А, хорошая затея была. Чутка держать по флангу. Но при этом волки успевают забрать мяч. Мы еще ни разу не ударили, как и они. Просто передержали мяч. А пасы хорошие у них, прям замечательные. У какой опасный удар около наш ворот. Слава богу, мимо. Хозяева к этому матчу подошли с лучшим показателем в лиге по забитым мячам. Да, они замечательно играют в атаке и очень много моментов реализуют. Я жду традиционной... Да ё-моё, ну куда ты так мяч потерял? Отлично сыграно. Навес происходит. Ну что будет? Ты удар по воротам? Нет! Ну куда ты отбиваешь мяч-то, а? Конечно, пойдет на пользу этой встречи. Мне кажется, сейчас мы увидим более открытый футбол. Если бы это был лобастник Крылова, то вратарь бы сидел с мячом на перекладине и уронил его оттуда как сыр. Но здесь все гораздо проще. Это футбол, просто он не смог зафиксировать мяч. Литературная страничка в исполнении коллеги Черданцева. Учитесь, друзья, учитесь. Да, мне говорите, его. Беспредел, один беспредел вообще. Четырнадцатый гол у него. Понятно. Полсезон, 14-й гол, это очень не хорошо. Не торопятся они выходить на мяч, очень плотно. Ладно, мы начинаем в середине поля. 1-0 в нашей игре. Мы проигрываем со счета 1-0, шансы у нас есть вернуть в игру, и не только в игру, и вообще победить. Время еще есть, но, как всегда, мне не везух такая. Вообще-то мы бы так побеждали уже не раз. Играет он на партнера. Катают они мяч. Да, спасибо большое. Играют они в пас. Защита надежно играет. Не сказать, что так все легко и просто у нас пока удается, блин. Есть шансы в этой атаке, пока она продолжается. В центр штрафной подача. Ну, не знаю, на что он рассчитывал, выполняя этот навес. Не получится, я так и думал. Проклятая скорость, все мешает. Очень уверенно он идет вперед с мячом. Ну, грузи в штрафную! Ужасно. Замечательно. Мяч наш. И место есть на фланге. Блин, сейчас чихну. Будет навес.
Мендес. Подача на дальнюю штангу. Что было? Грубо в отбор играет. Он желтое будет. И что будет? Арбитр показывает желтую карточку. Ну я понял, желтый, а где будет штрафной-то? Вообще очень ничего не будет. Откат. Игры в мяче близко не было. Ну здесь у арбитра не понятно. Было такого выбора. С углового, можно так сказать. Если бы он сейчас не свистнул. Простите меня, пожалуйста. И у нас нападающий, да? Ну ладно, смотрим так, что посмотрим, у нас из этого выйдет. Ну прям вратаря, но мяч остается у нас. И что, мы нарушаем? Они нарушили. Что было-то, я так не понял. Что творится-то? Что творится-то? Опа, перехват. Никаких усилий не пришлось предпринимать, чтобы перехватить эту передачу. Долго думали. Вперед он тащит мяч. Интересно, куда дальше мяч пойдет. И что дальше тут будет? Играет в пас команда. Вводит мяч у них. Отдает он передачу. Отдает он мяч партнеру. И как он дальше мячом распорядится? Играет. Давай, ну! Спасает он команду своими действиями. Конечно, не было идеальности, ничего здесь. Один из игроков получает травму. Да блин, да какая травма? А, еще наш игрок травму получил. Да куда так, а? Да что? Зачем? Почему? Блин, еще перехватили мяч, и тут такая фигня. Сейчас они будут выбивать мяч, а мы будем фигню страдать, да? А, первая замена в первом тайме. Да ты это дурдом, ты за это красную отдавать. За спину что я? За поясницу взялся, блин, игрок наш. Блин, надеюсь, ненадолго. А, мы будем еще выбивать. Замечательно. Мы с мячом были, оказывается. Стоит отметить четкие действия игрока, вернувшего мяч своей команде. Избавляться от мяча сейчас надо. Ай, блин. Не, от него ушел. Замечательно. Так, господа, ко мне поближе, поближе. Опа. Катают они мяч. Играют они в пас. Не. Еще чуть-чуть. Опека хорошо срабатывает. Он ожидал этого паса, что я этому игроку дам. Мяч достается сопернику. Переход, тут явно не ожидал такого подарка. Пас вперед. 2 минуты добавлено к основному времени тайма. Интересно, куда дальше мяч пойдет. Джейдон Санчо. Немного сзади есть игрок, на него идет навес. Да ёпты май, куда так бить было, блин? В космос, блин. Не очень у него сегодня получается игра. Нам показывают графику с его ударами, и она довольно унылая. Все-таки нападает. Да, он что-то сегодня вообще никакой, скажу честно. Тоже заметил это. Ну что, перейдем ко второму тайму, не будем заморачиваться, даем пас второй первый. Начался. И если ничего не изменится, надо будет замены производить. И смотрим, как это замены могут, может быть, помогут, а может и нет. Так, у них замена произошла, но у нас-то замена, она произошла за травмы. Короче, никто ничего очень не хочет делать. Пас играть. Снова точный пас в его исполнении. Так, даем по центру. И хотя и хорошая была, но, увы, ничего не выходит от этого. Так, у них следующий гравер там. Так, у них по флангу. Пас и хороший даже. Навес еще навес в центре. Вратарь отбивает мяч. Кулаками играет вратарь, и мяч выбит. Надеюсь. Как здорово он игру читает. Ну это просто нереально против троих нам сыграться. Вот может быть интересно. Великолепно исполненный пас. Ну тут, тут гол должен быть. Как так?
Я видел, мяч уже в воротах был. Блин, ну как так ударил-то, а? Куда? Так почему вы так бьете-то, я не понимаю я. Готовится сделать замену наставник команды. Какие же, блин, проблемы-то, а? Вот так мы Ливерпуль проиграли в прошлом матче. У нас впереди еще игра будет с Ливерпулем. Очуметь просто. Разгадали замысел соперника, они и завладели мячом. Так хорошо разыграли, а? Прям ух, было прекрасно. Отдает он мяч партнеру. Водит мяч у них. И как он дальше мячом распорядится? Тихо, тихо, это не бей, а! И все прахом, да, все усилия, вся эта... Ран нажал я на кнопку, это мое. Создавали что-то, и все теперь можно умножить на ноль. Не забивай ты... По ходу дела, увы, ты у нас что-то сегодня слишком промазываешься. Меняем тебя. Не-не-не, не хочу менять тебя. Давай лучше поменяем тебя. Да-да, я понимаю, сейчас. Тебе обратно. Выпущу тебя. Вот так вот эти две у нас замен произойдут. К сожалению, его команда продолжает проигрывать. Серьезные тактические изменения сейчас произойдут. Тренер бросает в бой сразу двух новых игроков. Хороший пас. Передачу. Арес на дальнюю пошел. Атака продолжится через фланг. Да ёб твою мать, а. Атака прерывается. Ты же пас давал. Застрял мяч, блин. Пиксель, блин, ухватил мяч. Ай-яй-яй. Играет он на партнера. Играют они в пас. Может быть интересно. Мимо. Вот это моментище у них был. Для взятия ворот он хотел пробить технично, но слишком сильно. Моментище у них был. Тут, увы, если бы пропустил, как пропустил, тут ничего не сделаешь. Так, снова пас. Двадцать минут осталось играть. Играет в пас команда. Навешивает. И это гол! И есть гол. Да? Ничья у нас. Да. Здорово сыграли. Молодцы. Вот это гол. Просто гол очуменный просто. Вычислил траекторию и вогнал мяч в ворота. Фантастическое исполнение. Вратарь даже отошел от этого удара. Думал, о, сейчас вылечусь этим, блин. Это вообще офигенный просто угол. Четвертый гол тебе всего лишь, ёб ты мать, ты мне лиг чемпионов что больше. После ответного мяча у нас 1-1. Ну то теперь мне шансы у других появятся, если, блин. Ну я надеюсь, это ненадолго. Отличный чистый отбор. Время еще есть, господа, время еще есть, чтобы отыграться. Пошли последние. Точнее, выиграть минут. Этот матч. И ухватить 3 очка у... Волков. Интересно, куда мы дальше? Два отжали уже. Катают они мяч. Хорошее владение мячом они показывают. И что дальше тут будет? Да ё-моё, а! Хорошая игра на перехвате. И вот мяч уже в распоряжении другой команды.
Отдает он мяч партнеру. Ну, у них тоже хороший шанс. И они могли это выполнить только что. Пока везет нам. Так, три игрока здесь на мне. На другой фланг давайте переведем мяч. Ах, блин, не получается у нас снова пас. Вводит мяч у них. Довести до ума эту атаку так и не удалось. Идут они в атаку. А вот эти нарушения. Играть осталось самую малость, но я, например, не рискну сейчас назвать победителя. Перспективная атака, одна из последних в этом матче. Ой, ушел мяч от нас. Ничья, господа. Ну, ну хотя бы ничья. Это лучше, чем поражение. Ну, хорошо, что о, мяч в воздухе держится. Ёб твою мать, думаю, было бы совсем скучно. Ну, пожалуй, с тобой соглашусь. Здесь хотя бы поговорить можно, а там бы, наверное, просто уснули. Ну что, это мы прекрасно видели, это тоже мы видели. Давайте посмотрим общий счет. Так, 1-1 по голам, ударов 5-4, ударство 2-1. Владение мячом 38-40-62. Отбор мяча 6-4, нарушение 1-1, желтых 1-0. Драма 0-1, точно удары 40-25, точно пасы 25-90. Такой у нас матч. Hi, sorry, can we just grab a moment of your time? Так, не сыграл на данном уровне, не помог вам команде. Мог не... Так, он не играл, победить. Белые и черные полосы бывают у всех. К сожалению, он не смог оправдать вложение на него ожидания. Очень жаль, что получил сегодня травму и не выйдет на поле в течение ближайших 5 месяцев. Как бы отразиться? Блин, 5 месяцев, ёпты, вы чуть с ума сошли, что ли? Да, нам его будет не хватать, пускай восстановится он. Я знаю, тренировки. Прорывы вы рассчитываете, вы сможете спасти игру? Ну как так, 5 месяцев, вы чё? Даже когда счет был не в нашу пользу, у меня не было сомнений, что мы не проиграем. Это клуб всегда так сражает до конца. Спасибо, все вопросы к концу. До свидания. Это как так? 5 месяцев? Еще ни за что. Просто ни за что. Ёпты, ма. Ну как так, а? Жестоко. Да, 5 месяцев, очуметь. До конца сезона, дай бог, будет. Ну что, пропускаем еще 2 дня и уже будем готовиться против Ливерпуля. Никакую сборную мы не будем. Не то, что участвовать. Там следующий матч через 2 дня. Еще один матч будет. Манчестер Юнайтед, ё-моё. Очуметь просто. Так, давайте посмотрим. Ну чё, Мартин, твой выход, давай попробуем. Так, правый защитник прям сразу меняем. Смотрим, что из этого выйдет. Центральника тоже сразу меняем. И кто там у нас? Опорник. Ты у нас, да? Давай тебя выпустим.
Так, правого защитника меняет в любом случае, потому что этот устал у нас. Все, больше менять ничего не будем. Вот так и у нас составом будем играть. Но при этом увидимся в конце в лучших моментах этого матча. Еще один гол они забивают. Вот теперь крайне... Ну что, мы снова здесь. Давайте посмотрим. На 8 минуте мы забиваем гол. Не доходит мяч до... Классно они провели эту контратаку. Вот это мы сделали. Отличный пример командной игры. И удар, конечно, получился на загляденье. Мы это сделали. Очумено просто. Так, дальше промах. Вот промах. Забитый второй гол и у нас под конец второго первого тайма. Ну, тут просто повезло то, что игрок был в том месте, где надо, и он забивает этот прекрасный гол, господа. Сопернику отыграться. Все-таки надо будет забивать уже два мяча. Такой вратарь упал, блин. Очумену просто. Еще дождь был. Так, мы пропускаем, да? Да, мы тут пропускаем гол. Ошибка. Ошибка. Назад дал пас. Игрок не понял. И слишком надо было тут был выбивать. Но, увы, такую ошибку мы и сделали. Постоянное давление на соперника перевести в результат. По-настоящему трудовой гол они забили. Так, продолжаем дальше. Желтая карточка на 64-й минуте. Да, вот это грубая игра. Желтую карточку показывает арбитр в этом эпизоде. Никол на 80-й минуте, господа. Отдает мяч партнеру. Не получилось это. Тут может что-то получиться. Все-таки мы урвали мяч и забиваем третий гол. Это просто прекрасно. Это замечательно просто. Очень сложно будет выбраться сопернику. И еще игрок просто взял и прыгнул. Как это же прекрасно. Вот так мы отомстили Ливерпулю. Только при этом... Тут нет этих... Ага. Без этого, извините. Так, голов 1-3, удар 12-7, удар 45-7, владеем еще 48-52, отбор мяча 5-2, нарушение 1-2, желтых 1-1, офсайд 1-0, главы 6-1, точный удар 41-100%, точный пас 85-87. Ну что, 20 с прессы, пообщаемся, скажем, да, мы забрали 3 очка. Конечно, на титул мы уже не победим. О, Челси проигрывает. Манчестер Сити проигрывает Лестеру, Манчестер Юнайтед проигрывает кому-то, да? Очуметь. Так, просто близко сегодня особо не требовался. Команда победила, забив много голов, но долгосрочная перспектива. Сегодня мы добились прекрасного результата. Я думаю, что парни могут прибавить еще, и мы постараемся, если у нас получится сохранить так текущую форму. Все, став наш герой, забил два мяча, принес победу, что сказать его игре. А вот в прошлом матче не забил, блин. Хочу похвалить всю команду за прекрасную игру. Да, сегодня выделялся, сегодня прекрасно знает, что в клубе Фолсвити это команда. В Фолсвити Сити по сравнению с Ливерпулем является более сильной командой. Вы подтвердили, забив три мяча, это сомнение? Мы знаем, что является фаворитом, но все равно нужно готовиться к любому исходу. Вообще-то Ливерпуль в прошлом матче нас победил за счет 1-2. Спасибо вам всем, до свидания, всем пока. О, развитие игроков. Ну что, нападающий прокачать до 80, а? Пока нет, увы, пока нет. Ну ладно, так, что у нас вообще, как у нас по таблице? Пока по таблице мы, конечно, перегоняем Челси. Челси проиграла. Но при этом мы очень сильно приближаемся к Манчестеру, ко второму месту. То, что тут разница 4 очка у нас, господа. Или 5, да? Или 6. А вот для Волков, где мы ничью сыграли, вообще ужас у нас.
Даже матч Цунада отстает на 10 очков. А у нас уже 20 игр. Остается у нас сколько? 18 игр всего лишь, господа. Уже вторая половина пошла. Можно сказать, в середине сезона. Идет уже середина сезона. Можно так сказать, и тут ничего уже не сделаешь. Ничего тут уже не сделаешь. Следующий, не знаю, как матчи будут происходить, потому что у нас следующие месяцы уже... А, тут один матч будет, и здесь один матч, скорее всего, будет, потому что здесь по одному матчу будет не только за Кубка, там, уже России, ой, России, блин, извините, заговорился, Кубок Англии. То, что... Ну, еще Лиги Чемпионов, чмей просто. Ну ладно, разберемся уже, только через два серии. Пока, в данный момент, я записал нормально, рука себе нормально чувствует. Может, скорее всего, не будет никакой паузы по поводу FIFA, наверное, думаю, скорее всего. А если будет, значит будет, потому что, ну, в данный момент я выпущу то, что у меня останется с этой FIFA, а там дальше посмотрим, что будет. Ну, тут середине сезона, тут осталось очень мало ситуации, то, что уже может скоро закончиться. Ну, ладно, всем спасибо, кто смотрел, кто увидел, кто все остальное. Рад вас был видеть, можно так сказать, на стримах, конечно. Как ты сказал, странно. Ну ладно, всем пока и удачи.